И снова всем привет, с вами Олег Алавгудвин. Мы сейчас проходим мануальную терапию и рассмотрим случай, когда болят поясницы, да, острая боль в пояснице. Общим словом называется люмбаго. Это я уже говорил, что такое как бы, считается диагнозом, но на самом деле, как говорится, идиопатические боли. Идиопатические, то есть неясной этиологии, да. Но, как правило, болит что? Либо мышцы, кстати, в 80%, даже в 90% случаев это именно мышцы, поэтому массажи нам помогают. Даже хотя бы банки ставим сюда, банки уже вытягивают мышцу. Второе, это грыжа. Грыжа сама по себе не болит, она только может надавить на корешок. Да? То есть получается, это нервная боль. Корешок, ну вот этот вот радикула, который сбоку. Либо суставная боль. Суставная боль — это, скорее всего, фасеточные суставы. Либо ППС, там, КПС, да, ну, этот, КПС, боль сакроилит называется, почему-то отдельным словом, от этого, от слова крестец, сакрум по-латински. В общем, три вида боли бывает, да, либо в-третьих причина, в-четвертых получается, позвонок развернулся и где-то натянул какую-то мышцу, да. Ну вот давайте, соответственно, с этим позанимаемся. Обычно такие люди, они очень тяжело вот так вот идут, ложатся на стол аккуратно, бочком, даже с трудом залазят, приходится им помогать, да? Поэтому нам помогут упражнения. Вставай на четвереньки, прямые руки-ноги, да, под прямым углом к столу, ближе, подойдись чуть-чуть, к себе, чтобы прямой угол был, да. Здесь руки лучше разверни вот так вот, чтобы они не сгибались, да, и будем прорабатывать поясничку. Значит, поза стола называется, да, и вот как кошка мы прогибаем вниз ее на вдохе, на выдохе вверх, хотя нет, выгибай спину, дугой, как кошка, дугой, ага. И смотрите, чтобы он дугой не спину, а именно поясницу выгибал. Выдох, и помогаем ему еще больше натянуть, вдох, выдох. Натягиваем еще больше вдох, выдох. Потренировали его так несколько раз. Потом держим таз на месте, чтобы была вот фиксация под прямым углом. Ставь на колени руки. На локти, да. На колени рук. И протягивайся вперед, чтобы грудной клетка лечь на пол. Вот, поза, кошечка пролазит под забором, да? И мы ему помогаем. Соответственно, все вот эти мышцы от таза. То есть вот этот базис, да, где L5S1, я уже многократно повторялся, отсюда у нас растет организм в утробе матери. И, соответственно, все, что выросло вверх, мы тянем вверх в сторону головы. Все, что вниз, тянем вниз. Упор вот в таз, да, и вот эти мышцы начинаем расшатывать, вытягивать их. Прямо даже вот можно на сухую, как говорится, кожного сала нам хватает для скольжения. Если, конечно, тут не слишком большая волосатость. И по самому позвоночнику тоже так вот с вибрацией продрожали, тоже стянули. И можно вот продавить. А сисотроски аккуратнее я захватываю вот так вот их между тенором и гипотенором, чтобы было помягче. А, ну и, соответственно, когда соединяем вот так тенор и гипотенор, получается, смотрите, находится на 2-3 пальца от оси, да, и это как раз где линия фасеточных суставов идет. На лоб голову, да, или... А голову куда угодно, можно на лоб. Логичнее на лоб ее, да. Ну, главное, чтобы носом там не упирался. Да. И так можно пройтись, да, вот при кифозе, например, по грудному отделу, вот, продавили его. Теперь человек ложится мягко. Мы можем использовать подручные средства, например, ремень. Ну, не бить его, а подтянуть за ремень. Чуть-чуть так поднимись. Все, опускайся под эти, под косточки, под подвздошную кость. Передний угол подвздошной кости. Начинаем натягиваться назад. Так, покручали, покрутили, подергали. И потом взяли на бицепс и потянули в обратную сторону. С этой стороны. И с этой стороны.
Был траст. Даже был, да? Два раза. Ну вот, что значит подготовка? Потому что я до этого растянул, да, разжал. Дальше можно подложить подушку под тазовые кости. Таз провисает, да. И мы тут, соответственно, можем уже это вот пробить фасеточные суставы. Таз назад отбиваем. Ну и уже можно вот продавить с выдохом. Лодочкой, да? Ну да, в данном случае я лодочкой делал. Так, давай вытащим. Далее, что можно сделать? Вставай с той стороны со стола. Ну, такие люди так быстро не спрыгивают. Они слазят медленно, бочком. То есть надо лечь на бок. Давай покажу. Ложись на бок спиной ко мне. На вот этот бок. Им тяжело бывает встать, поэтому делаем вот такой вот прием. Ноги вот так вот свешиваем. Здесь за затылок беремся. И на крестце вот как раз развернули человека. Вот. Ну, практически вот. Это не так-то тяжело, как кажется. На копчике так раз его, и он поворачивается. Ну, как на седалищной кости. Там. Ну, это на кости седалищной, да. И дальше он поднимается за счет силы рук. То есть опирается руками и медленно спускается. Как бы соскальзывает так. Да. Ну, желательно предложить вот подушку, чтобы был мягкий уголок. Он подходит еле-еле вот сюда. Вы ему показываете, как надо сделать. Седалищный, подожди, от камеры чуть-чуть отойди. Седалищной костью. Вот тоже за счет силы рук, видите, держимся. Как на брусьях. Да. Передним уголком подушной кости коснулись, натянули себя на стол и после этого ноги повесили, чтобы ноги просто висели. Вот человек так лежит. И так же встает. То есть после всех этих приемов вставать надо очень медленно. Иначе разжатые позвонки опять там что-нибудь зажмется. Вот видите, за счет силы рук я себя вертикализирую. Потом ноги подошли. Я на них встал и за счет силы рук уже поднялся. То есть резко вставать в этих случаях нельзя. Продемонстрируй, как больной двигается. Сейчас подвину. Прямо вот этими косточками. Да, натягиваю себя руками. Все, и ноги висят согнутые в коленках. Здесь, соответственно, мы делаем то же самое. Таз отодвигаем туда и относительно таза вот расшатываем все эти мышцы, подтягиваем их по диагонали. Вот так вот отбиваем таз вниз. Все позвонки так тоже можно простучать. И упираемся в коленку, в ту коленку, в которую подвздошной кости мы давим. А тут в противоположную сторону. Вот, толчок такой. И наоборот, соответственно. С любой ноги растянули? Или с больной? Ну, желательно с больной. Да, ну, методы, как проверить и радиацию нервов, я уже вам рассказывал до этого. Так, теперь также медленно вставай. Вот чудо, все прошло. Все прошло. Ну, если не прошло, если там человек слишком большой, то переходим к половой жизни. Давай отодвинем стол. Туда он куда-нибудь. Что может быть? Бок, давай. На столе мы использовали ремень, да, можно, в принципе, не обязательно ремень, можно какую-нибудь там простынь свернуть. Ну, конечно. Посмотрим, вот это вот длине хватит, наверное. Вот, просто свернули простынь, да.
подтягиваем под тазом, под тазовыми костями. И также с упором назад. Вот он, давай за уголок. Вот так возьмем. Уголок подвздошных костей. Попал, да? Попал, да. Ага. И чтобы силы свои не тратить, да, корпусом назад отодвигаемся. Потянули назад, покачали. Может быть, там подергали так чуть-чуть. Потом чуть ноги пошире ставь. Встали поперек. Натяжка по диагонали назад. И второй ногой аккуратненько вот так вот по позвонку прошли. Теперь вставай на четвереньки. Прямой угол в пол ног. Вот так вот, да. Руки также разворачивают на себя, чтобы локти не сгибались. И можем протолкать вот теперь в поясницу. Достаточно резко. Человек вскрикнет, это больно. Но зато потом пройдет. И усиливаем как бы теперь эту часть. Опускаясь на локти. Я держу за таз. И протягиваясь вверх. Как кошка пролазит под забором. Вот. Здесь смотрите какой прием. Держу его за таз. Фиксирую, да? И ногами толкаем назад, и руками вперед. Можно до грудного отдела дойти. Избавляя человека от излишнего кифоза, гиперкифоза. Ну все. А, нет, не все. После этих правок человек резко нельзя вставать. Ложись на бочок и потихоньку переворачивайся на спину. После таких жестких правок, там действительно люди кричат, надо положить ноги на стул, поднимай ноги. Вот так вот. И даже нужно подложить подушку под коленки. Вот. Чтобы таз так чуть немножко поднял, чтобы он отвисал. Ага, да, да, есть так. Чувствуешь, висит, да? Вот, вот да, немножко. Да. Вот. И так вот где-то минут 10, чтобы он повисел. И только после этого можно будет вставать. Ну, я желаю, чтобы вам приходили. Не только больные люди, но и здоровые люди. Здоровым людям тоже нужна мануальная помощь и коррекция осанки и позвоночника. Так что приходите, друзья, будьте с нами. С вами был Олег Гудвин.